За образу державной символики по законе откажет жыхар Сморгоні. Гараджанин сорвал с даху мясцовой гимназии официальный флаг Республики Беларусь и заменил его на полотно бел-червоно-белого колеру. Инцидент имел место в кастрычнику 2020 года. Справа была накирована у суд Сморгонского района. В дочинении до громадянина вынесен вердикт. Год обмежевания воли без накирования у поправчую установу открытого типа. Увидели работники учреждения, что заменен был государственный флаг на полотнище вот такого цвета. Сняли быстро, оперативно, но от некоторых родителей уже поступили жалобы, даже одна жалоба поступила в исполнительный комитет. Состоялось уже судебное заседание по данному уголовному делу. 1 февраля 2021 года судом Сморгонского района вынесен приговор. Данный гражданин признан виновным, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа.